Всем привет, дорогие друзья, с вами Артём и Артём. Здорово. И Федук. Что я хочу сегодня показать, вот этот... новейшая технология противогаза КП-5. Не, теперь не М, но М там другой немножко. Это будет R, то есть респиратор. Кстати, были в Советском Союзе респираторы, как противогаз. Написано, что ГП-5, а там у тебя на твоем нет. ГП-5? Это на фильтре написано. Короче. Фильтр новый? У тебя нет. Он, может быть, это из-за воды? Нет, там были дырки. Угу. Вот, значит. Не до конца. Там вот резина. Я его промочил, и вот, дырки. И взорвался. Взорвался. Ну, типа, взорвался. Тут много было дырок. Из-за этого, когда вот ты надевал, ты как пальцами вот так вот схватил. Да. Mm. Да. Из-за этого он порвался. Вот. Значит, что мы делаем? Ну, укладываем на подготовленное место ровное. И начинаем аккуратно его обрезать. Так, у нас не аккуратно. Так, можно аккуратно. Ножницами, да. Не. Вот эти штуки не ровные. Эти нахер. В общем. То есть, тут ровно. Вот это я ножом. Да. Вот это уже ножницами. Значит, берем, укладываем на ровное место и вот так вводим. Как линолеум резать. Или обои. Получается вот такой вот противогаз. Коллега, попробуйте. О. Вот там даже лучше. Так даже лучше, я что говорю. Даже слышно. Да. Осталось приделать лямки, как в ГП-7. И будет вообще отлично. Наступил следующий день, и появились лямки. Обычные от сумки. Здравствуйте. Значит, вот такие лямки здесь приштрубили. Да. Здесь приштрубили сюда. Тут и здесь мы еще пришили. Здесь можно настраивать. Ну, мы не настраивали, поэтому так нормально. Да. Вот такой протик получился. Я зарисовала ему уже это. Да. Да. Типа я его подписала. Вот, кстати, мой канал. Не знаю, поймете ли вы или нет. Хард. Надевайте. Сейчас я его попробую одеть. Моим способом я вот такой прилом, а потом надеваем на охладитель. Я забыл уже, как я его одевал. Ну так же, наверное. Вот так он, да. Вот все. Ну, что-то поправлю. Ну, вот у нас Да. Вот так примерно. Нам очень удобно, дышать удобно. Да. Если вам сделать вот так вот, можно сделать. Вот, вот. Да, вот ГП-5. ГП-5R. Знаешь, это мы так назвали? Очень удобно. Это вот этот маленький. А может, ГП-5? Вот так. Укороченный. R. Реанимация. Вот. Вот и так его вот. Теперь удобнее. Да, вот здесь плохо видно просто. Вот. Так видно. Вот теперь найдите 10 отличий. Ну вот. Раз. Это теперь ГП-7 уже. Такой противогаз получился. ГП-7. Возьмите из какой-нибудь сумки. Вот, вот примерно. Вот сумка у меня пришита здесь. Вот из нее можно. С вами был Артём. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал вот этого чувака. На этого я еще под вопросом. Ну и всем пока.